финишного столба. Номер третий, Беллатор, номер второй, Гримс. Далее номер, следует лошадь под номером четвертым, это Адвокат. И далее... Смотреть спринтерская дистанция с фаворитом номером третьим, Иния Лэг. Лошадь сейчас сразу захватила... Умный на лошадь, нежели чем ставка на победу. Это номер 14, Сэлтикаши. Все ясно. Три лошади вам. Номер 15, Химпрейс. Эта лошадь не любит быть... Классик Игл на последнем месте на раннем этапе дистанции. Мимо главной трибуны и по дому проходит скачка. Вентри номер третий, Беллатор ведет ее. Смотри, 8-9-10, корпусов номер первый, все это Волт, одновременно. Андрей, там далее? По моему мнению, например, сейчас кандидатура Кириенко является горячим фаворитом в этой, скажем так, гонке, в этом фейсе, да? А кандидатуры других участников этой гонки, они значительно отстают от него. И, в принципе, принимать, если на Кириенко можно принимать шансы даже 4 к 5, то есть даже не давать рубь за рубь, как у нас говорят, то всех остальных, шансы всех остальных значительно больше. Ну, возможно, 3 к 1, 4 к 1, 5 к 1. Просто очень сильно способствует наша нестабильность тому, что букмекеры могут, как мы говорим, наживать на этом деньги. Да? Потому что если бы были очень стабильные, очень предсказуемые результаты выборов, результаты политической жизни, то коэффициенты на победителей, на фаворитов перед выбором гонок были значительно ниже, и игроки просто обыгрывали букмекеры. Кириенко, наверное, хорош как исполнитель, у него энергии, как, так сказать, ну, энергичный, хорошая волевой. Лошадь. А? Как у хорошей лошади. Да, как у хорошей лошади энергия. А, то есть он может прийти первым там где-то, но ставить на него, конечно, я бы подождал.